Добрый день. Вы же знаете, что мы проводим выездные брифинги в российских регионах. Мы следим за развитием ситуации в этом государстве, которое является нашим союзником, нашим стратегическим партнером. Нам не безразлична обстановка в Киргизии по целому ряду вопросов. И мы понимаем, что это государство в прошлом переживало несколько серьезных политических потрясений. Внутренняя стабильность Киргизии в интересах, в первую очередь, ее народа, а также всех друзей этой страны. Мы рассчитываем на то, что обострившиеся политические разногласия будут преодолены мирными средствами в рамках Конституции Киргизской Республики и действующего законодательства. Мы считаем, что подобные действия, они неправомочны. Я только что объяснила, почему. И помимо всего, помимо права, помимо юридической стороны этого дела, есть еще сторона, связанная с той самой атмосферой, которую в том числе по просьбе Токио и при согласии Токио наши две страны, включая государственные органы, пытаются сформировать для решения сложных остающихся вопросов. Такие действия явно не идут на пользу создания подобной атмосферы, но точно могу сказать, что ее отравляют. Очень близкий Московскую область. Так что еще раз на площадках. Мне кажется, это здорово. Лето, время путешествий.